В руках молодежи будущее страны, а также развитие сельских регионов. С каждым годом увеличивается число участников программы с дипломом в село. К примеру, молодые специалисты-педагоги начинают свой трудовой путь в сельских школах. Смотрим наш сюжет из Майского района. Одна из участниц программы с дипломом в село – Раушан Тимирова. Она выпускница Павлодарского педагогического колледжа имени Бейсена Ахметова. В 19 лет молодой специалист вернулась в родное село Майское и приступила к работе учителем информатики в местной школе. Сейчас в селе созданы все условия для благополучной жизни. В настоящее время, к примеру, в Майском сельском округе проводят водопровод. Вода будет у каждого в доме, и мы не думаем о переезде в город. Есть постоянная работа, дети ходят в детский сад. По словам Раушан, государством предусмотрены все условия для молодых специалистов. Надо только самим молодым людям стремиться и использовать возможности на 100%. Поэтому девушка призывает не бояться работать на селе. Я призываю молодежь не бояться переезжать в село, ведь есть различные программы. К примеру, чтобы заниматься бизнесом, тем же животноводством. По программе «Енбек» сейчас можно открыть любое дело. В школе села Майское, где работает Раушан Тимирова, около 100 учащихся. Материально-техническая база учебного заведения оснащена на должном уровне. Сабин Рахимбай, Айгерим Бозанбаева, Досымбек Токай, Ертыс Ахпарат из Майского района.